души, а в них плюют, нас душат. Мы продаем свое нутро, меняя на билет в метро, чтобы не стоптать свои кроссовки. Идя от лишних остановки до дома, где живет мессия, стучимся в дверь, а там, ну, например, прости, Анастасия, я не могу тебя открыть, но продолжай меня любить. И вот ползешь ты вновь одна, все те же три треклятых остановки, и стоптаны в дерьмо твои кроссовки, и даже нет слезы в глазах. Лишь пустота, жуткий страх за мир, что даже и не думал о твоем существовании, за людей, что где-то в подсознании смирились и давно живут без души. Всем этим мир наш превращается.